Добрый день, друзья! Приветствую вас сегодня 8.02.2018 года в Анапе. Нахожусь я возле питьевого бювета. Он, к сожалению, не работает. Хотел сходить водички попить, но, видать, не судьба. Говорят, что работать начнет с марта. Будем ждать марта. Сегодня у нас хоть и нету солнышка, но оно светит через облачность. Я даже сквозь нее чувствую его лучи, так говоря. И очень тепло, в принципе. По температуре мы уже узнаем ближе к морю. И приглашаю вас прогуляться. Видите, здесь написано «Не работает до марта». Приходите в март, кто захочет попить водички в питьевом бювете. Ну, это нам не мешает сходить к морю и насладиться всей красотой, которая творится вокруг нас. У нас был еще один небольшой донатик, за который мы хотим высказать благодарность всем каналам. Аминат Исламовна Б. перевел вам 300 рублей. За что вам огромнейшее спасибо за поддержку. В общем, думаем о свете, но пока нет никаких предложений. Я продолжаю обращаться еще к подписчикам. Может быть, кто-то знает хороший свет для домашней студии, чтобы хорошо было снимать видео на камеру, на нашу. Вот смотрите, вот здесь поставили перегородки, чтобы, наверное, машины сюда не заезжали. Неужели уже даже на машинах хотят вылазить? Хотел вам сказать, сегодня у нас птички поют, каркают вороны прям очень сильно. И пойдемте прогуляемся, дойдем до моря, до воды. Людей, в принципе, сегодня достаточно прогуливаться по нашей Анапе, наслаждаются той погодой, которая вокруг, потому что для прогулок это лучшее время, когда не так жарко, не так холодно. Я в расстегнутой куртке иду, без шапки. Комфортно себя ощущаю, по-другому не сказать. О, нас еще ждут лебеди в Малой бухте. Это тоже очень хорошо. А я сегодня с фотоаппаратом. А значит, есть шанс сделать хорошие снимки даже лебедей. Парк-ресторан «Ковчег» с левой стороны. Я жду девушку, которая приедет на фотосессию. Сегодня у меня небольшая есть работа. И потом посмотрим, если вдруг согласится, может, интервью у нее возьму. Расскажет, какие в Анапе живется, отдыхается, работается. Посмотрим это все. Планы, как оно будет. Увидим потом. Наша задача — сходить к морю и посмотреть, как оно нас там ждет. Тем более вместе с лебедями. Я вам сейчас картину покажу. Один лебедь приплыл к девушке, сидящей на пляжике. Если успею, надо снять, показать. И никого больше, только вот один лебедь. Смотрите. Вообще мимишность зашкаливает, можно так сказать. Купающихся сегодня не вижу. Жаль, хотел кого-нибудь заснять, показать вам. Ладно, двигаемся дальше вниз. Уже еще чувствую чуть-чуть. Начнет играть везде здесь музыка с гармошек разных. Будет чувствоваться и вспоминаться лето. Кто не узнает это место, здесь мы купались на Крещение. Кто не смотрел, посмотрите, есть эфирчик на канале. Здесь собралась большая часть Анапы на купание. Было очень, круто, по-другому не сказать. Мне, по крайней мере, очень понравилось. Ой, не вороны бы, а соловьи бы пели бы. Было вообще шикарно. Что имеем, тем гордимся. По-другому не сказать. Это вообще мимичность. Лебедь и девушка. Здесь объясню, почему лебедь, наверное, туда уплыл. Чайки гонятся за уткой. Все, напали, отобрали хлеб.
тут можно помолчать даже. Приглашаю вас сегодня по чаю, кофе покормить немножко лебедей. Наслаждайтесь этим зрелищем. Просто красота. Температура воздуха немножко шокирует. Четырнадцать восемь. Возле моря сейчас, я думаю, еще немножко опустится. Тепло, действительно, очень. В общем, сейчас замолкаю. Наслаждайтесь. Люди тоже умные, насколько посмотрите, да? То есть видят, что я хлеба им не принес, но только люди первые подходят к берегу, они сразу же начинают плыть к ним. Красота. Эх, этим можно вообще наслаждаться до бесконечности, я думаю. Надо достать фотоаппарат, сделать несколько хороших кадров. В общем, вот как-то так в Анапе. У нас очень красиво, хорошо. Можете прийти и тоже отдохнуть и насладиться такими видами на пляже. Мы сегодня в Малой Бухте. Очень много людей, лебедей и хорошего настроения. В общем, всех благодарю за то, что продолжаете смотреть, поддерживать канал.
С вами был Юрий Азаровский из Малой Бухты. Пока-пока. До новых встреч, друзья. В следующем видео. И сегодня вечером также посидим, проболтаем на эфире. Сегодня распаковка посылки будет от Евгения. Пока-пока.